Сними. Чехол на этом. Ну что, всем привет. Привезли в деревню мотоблок Кальку. Вот, сейчас загрузили прям мою машину. Мотоблок без жидкостей. Ничего здесь нету в нем. То есть прям новенький, можно сказать. Там в джунглу, блядь. Они в коробке, наверное, должны быть какой-то. Вот это, блядь, маленькая коробка, что ли? Да. Держи куда сейчас. Что? Вон. Куда? Убрали. Да. Вон. Возьми его. Так, ну, мотокультиватор ТР-1150, но мне кажется, здесь двигатель лифановский стоит. Там точно такой же, как у нас. Ну да. И коробка. Вот он. Там. Редуктор, коробка. Вот здесь вот масло, по ходу дела. Не понял, а что такое? Почему съел ее? Ну, двигал же туда-сюда, не крутится, наверное, когда ездишь, да? Вот он его, эти крутиков. А нахуя? Тут скоростная ручка, блин. Вот он. Вот это вставляет сюда. Спереди сюда. Что, тут, блядь, здесь там, блядь. Смотри. А вот тебе на ручке же, да? Да. Но здесь коробка стоит, а... Вон там вот переключается. А здесь ременная передача. А, здесь коробка, а у нас ременная передача. Так, это спуск здесь, старт, блядь, да? Здесь. Вот. А она и потом все тросиками, да. Здесь заднего хода, по-моему, нет у него. Как есть. Я... А? Есть. Нихуя нету. Взял две передние, один сзади. А, на коробке есть, а на ремнях нету, чтобы без коробки. Да. А, подожди, коробку отключи, мост.
задняя, получается. Вот нейтральная. Ну-ка. Ну-ка, стоп. Ну-ка, так. Вот. Вот нейтральная, да. А ты сегодня ехал на скорости? Да.